18 лет. Я учусь на третьем курсе медицинского техникума. Будущий зубной врач? Нет, ну вообще медсестра пока что. Процедурная или хирургическая? Обычно. Тебе нравится эти хлопот? Да. Нет, я вообще не для этого спросила. Я имею в виду, в следующем каталоге выходило новое звание, и тебе будут хлопать еще раз. Просто так, как бы на халяву, не надо не хлопать. Да, ладно, хорошо. С командой хочешь работать? Да. Молодец. Рассказывай тоже, в первый месяц какие сложности были? Ну, в первую неделю мне было достаточно трудно. Ну, плюс я сомневалась. Ну, в принципе, то, что мне тут заплатят. Мама тоже, может быть, как-то настояла, но я не слушала. Вот. То есть твой совет новичкам не слушать маму? Не слушать маму, да. Я в основном, ну, честно говоря, то, что я работала на количество в основном. Uh-huh. Это было достаточно трудно, потому что я очень много ходила. Вот. И первую неделю я так измоталась, что я думала, ну, может, все бросить, но потом как-то передумала и пошла дальше, я не знаю. А вот смотри, ты раздала каталогов 180, да? 270. Ой, да, я на стороне смотрю, 270. И теперь ты дала 1000 баллов. Сколько клиентов у тебя было с этих 270 каталогов? Сказать. Да? По бумажкам, помнишь, сколько их там? 50? 56. О, видишь, кто знает вместо тебя. То есть каждый какой у него заказывает, быстро посчитай. 28 приходилось. 28%? О. Это много. Такой вопрос. Многие ребята, особенно там, когда на презентацию приходят и типа там боятся регистрироваться, они говорят, что в 2019 году Oriflame уже никому не нужен, проще сходить в магазин и типа я боюсь начинать, потому что у меня будет заказывать там каждый 20-й. А у тебя заказывают, ну, почти каждый 3-й. Что можешь сказать? Ты вот как-то гипнотизировала, что-то такое специальное дело или реальность, они сами берут и заказывают? Ну, они берут, заказывают, и плюс я еще что-то подсказывала, ну, даже по мелочи. Uh-huh. То есть, и поэтому, благодаря этому как-то это все вышло. То есть, грубо говоря, просто нормально выглядишь, улыбаешься, не хамишь людям, и заказывает каждый третий. Да. Uh-huh. Хорошо. Средний заказ свой считала? 700. Uh-huh. Пробники показывала? Да. Какие твои любимые? Как они называются? Амбер-эликсир, вот эти вот. У меня просто похожие есть. Mm-hmm. Сколько тебе купили за целый за месяц? О, очень много, очень много. 20. Не могу сказать, не буду врать. Ладно, не важно. Много народу. Чем я клоню? Считаю, что пробники показывать действительно важно при сборе заказов? Да. Каждый раз показывала? Первую неделю не каждый. И первую неделю, наверное, у тебя по заказам было не очень, да? Да? Как только стала показывать, по заказам стало нормально. С какой фразы пробники предлагаешь? Пробуйте. Просто, ну, на самом деле, это молча дело, потому что некоторые не надо. Молча с ним просто доставала такая. Да, да. И мазала? Да. Какой был курьезный случай, когда, может быть, не знаю, ты думала, что ничего не закажут, а заказали, или просто какой-нибудь смешной клиент? Например, я посмотрела на человека и не сказала бы, что он у меня что-то закажет. То есть, может, он взял просто так, каталог ради приличия. А ну, такие у меня заказали, да. А что за ориентация была? Честно, я не помню. Таких несколько случаев было. Хорошо, тогда скажи, какая самая необычная была организация, где у тебя брали каталог? То есть, ты думала, что вообще не возьмут, а там взяли еще и заказали? Займы вот эти вот. А что там не берут? Микрокредитная организация? Да, да, потому что, постоянно говорят, что вот у нас камеры стоят, заходите, не предлагайте. Кстати, это правда. Вот, да. То есть твой вердикт все-таки для новичков раздавать в каждую дверь, ничего не пропускать? Да. Угу. А, честно, есть все-таки организации, которые пропускаешь? Есть, ну вот, вот эти. У меня только одна женщина, одна клиентка, к которой я захожу, которая там работает. И вот ей я постоянно приезжу. Ну, я просто с ней первый день как-то разговорилась, и понравилась ей, и она мне теперь заказывает. Ну, понятно. Какой совет новичкам своим дашь, который у тебя появится? Ну, то, что просто не нужно сдаваться. Типа, все не сразу. Типа, если я смогла, значит, ты бы сможешь. Да. Ну и правильно. Тебе сколько там лет?
18 лет заработали 18 тысяч, на каждый год по 1000. Хочешь прикол? Ну. У нас у тебя какое домашнее животное? Крыса. Сколько? В смысле, сколько штук? Ну, не серьезно. Умеры тоже. Да, я знаю, не имею крыса. Спросите что-нибудь еще. Как зовут твоего крыса? Спросите что-нибудь имеющее отношение к мероприятию. Почему не политех? Вы уже обсуждали планы с Димой? Как там будете расти? У Димы есть фишка такая, он строит планы, я каждый раз пугаюсь, но делаю вид, что да-да, все нормально. Зачем вообще ты еще баллы сделала? Чего хочешь? Ну, чтобы для начала стать руководителем. Зачем? Чтобы меньше раздавать каталоги. Это правильно. Здесь как бы хоть и мужской бизнес, но девушки тоже должны становиться руководителями, хотя бы чтобы разбавлять коллектив и не раздавать каталоги, а управлять мужскими консультантами, которые будут раздавать каталоги. Согласна? Да. Все, отлично. Присаживайся.